Иван Ефремов – это один из тех редких людей, которые в реальной жизни круче своих литературных героев. Как обычно бывает. О мускулистых героях и героических путешественниках пишут далеко не самые стройные люди, редко покидающие тепло и уют удобного кресла. Иван Антонович сам совершил массу опаснейших путешествий по самым диким и опасным местам, голодал, мерз и рисковал своей жизнью. Причем не ради наживы, а ради науки. Даже в самые тяжелые моменты, не забывая о сложных исследованиях. Одно это делает историю его жизни безумно интересной. А ведь после этого он стал крупным ученым и создал новую науку. И стал одним из самых наиболее ярких русских мыслителей и писателей 20 века. Многим навыкам Ефремова могли бы позавидовать нынешние эффективные менеджеры. В «Лезвие бритвы» Ефремов пишет: «Начальник – тот, кто в трудные моменты не только наравне, а впереди всех. Первое плечо под застрявшую машину – начальника. Первый в ледяную воду – начальник. Первая лодка через порог – начальника. Потому-то он и начальник, что ум, мужество, сила, здоровье позволяют быть впереди. А если не позволяют, нечего и браться». В том же романе «Лезвие бритвы» герой вспоминает время далеких походов маленьких геологических отрядов с небольшим снаряжением, когда все зависело от здоровья, умения, выдержки каждого из участников. Пути сквозь тайгу по необъятным ее марям, торфяным болотам, по бесчисленным сопкам, гольцам, каменным россыпям, переходы вброд через кристально чистые ледяные холодные речки, сплавы по бешено ревущим порогам на утлых лодках и ненадежных карбасах. Поход сквозь дым таежных пожаров, по костоломным гарям, высокому качкарнику, по затопленным долинам в облаках гудящего гнуса. Однажды к стоянке отряда вышел бурый медведь-шатун. Поднявшись на задние лапы, он устремился к вышедшему из палатки Ивану. У того в руках было ружье, но он пожалел лесного гостя. Не поднимая оружие, он грозно рыкнул на медведя, так что тот мгновенно опустился на все четыре лапы и показал хвост. Видимо, зверь решил, что встретился с настоящим хозяином тайги. В начале 30-х годов Ефремов подал заявление на вступление в ВКПБ – Всесоюзную коммунистическую партию большевиков. Однако ему было отказано. В графе происхождения стояло «из купцов». Именно эта строка оказалась определяющей, несмотря на все заслуги молодого ученого. Его супруга Таисия Ефремова рассказывала, что намного позднее, уже после публикации книги «Туманность Андромеды», писателю предложили вступить в партию. Но тут уж он сам отказался. Ведь мое социальное происхождение не изменилось. О семейной жизни Ивана Антоновича Ефремова известно очень мало. Он был женат трижды. Первый брак он заключил с дочерью академика Николая Светальского, Ксенией Светальской. Вместе они прожили недолго. Второй раз Иван Ефремов женился в 1936 году на Елене Дементьевне Конжуковой. В этом же году у них родился сын Алан Иванович Ефремов. По воспоминаниям Алана, отец назвал его в честь литературного персонажа Алана Квотермейна из романа Райдарда Хогарда «Копи царя Соломона». С Еленой Дементьевной Иван Антонович прожил 25 лет. Он в шутку называл жену ежом за колючий характер, но уважал ее смелый, резкий ум, обширные знания. Елена Дементьевна владела несколькими иностранными языками, увлекалась археологией, культурой Востока, любила стихи поэтов Серебряного века, была страстной театралкой, умела слушать музыку. Их сын Алан рассказывал, что родители познакомились в институте. Она занималась зоологией, а потом, не без влияния отца, перешла в палеонтологию. Елена Дементьевна скончалась от болезни 1 августа 1961 года в возрасте 59 лет, завещав развеять свой прах в Коктебельской бухте. Алан Иванович Ефремов рассказывал об отце. «А я хочу сказать о нем как о человеке. Мои отношения с отцом складывались не всегда просто. В силу специфики нашей профессии мы мало видели друг друга, о чем я сейчас сильно сожалею. Потому что в молодости мы очень часто недооцениваем наших родителей. Считаем, что сами все знаем и все можем. И только когда мы приходим к какому-то рубежу, мы понимаем, что они желали нам добра. Но уже поздно, изменить ничего нельзя. Фактически, мы с отцом прожили вместе только одно лето, 1947 года, в перерыве между монгольскими экспедициями. И вот тогда я очень много получил от отца. Он учил меня плавать, учил кататься на двухколесном велосипеде.
взял и столкнул меня с хорошей горы. Я ехал, ревел, но все-таки ехал. Потом он учил меня искать тропинку в лесу, определять стороны света в отсутствие солнца, разжигать костер с одной спички, читать созвездия на небе, то, что должен знать уважающий себя мужчина. В 12 лет посадил меня за руль Студебеккера, и я учился ездить на нем, хотя почти не доставал до педалей. Но он все равно говорил: «Теперь ты отвечаешь за машину, смотри». Я не мог себе позволить съехать в кювет или врезаться в дерево. Мне приходилось ехать так, как надо. Поэтому я чрезвычайно благодарен отцу за это. Этот человек с большими руками почти все умел делать. Он был хороший слесарь, плотник, мог починить практически любой прибор. К сожалению, мне это передать некому. У меня дочь, но тем не менее, я постарался ее воспитать в таком же духе. Отец учил меня воспринимать природу, чувствовать себя частью этой природы, сливаться с ней. После смерти Елены Дементьевны Иван Антон женился на Таисии Иосифовне Юхневской, с которой прожил последние 10 лет жизни. Таисия Иосифовна Юхневская. С 1955 года она была секретарем Ивана Ефремова, сопровождала его во всех поездках, ухаживала за ним во время его болезни. К 1962 году, когда Иван Ефремов женился на Таисии, некогда богатырское здоровье Ивана Антоновича сильно пошатнулось. Частые недомогания надолго укладывали его в постель. Таисии досталась роль ангела-хранителя Ефремова. Ее беззаветная любовь и забота продлили годы жизни и творчества Ивана Антоновича. Свою признательность Таисии Иосифовне он выразил в посвящениях последним произведениям, в частности, историческому роману «Таис Афинская». Кроме того, дорогие ему черты жены, подруги, помощницы можно без труда уловить в образе Симы из «Лезвия бритвы» и в других женских образах его произведений. После смерти Ивана Ефремова она осталась хранительницей его архива. Он пишет роман «Лезвие бритвы», который сразу после выхода в свет получил необычайно большую популярность. Сначала его публиковали в журналах, затем выпустили отдельной книгой. На черном рынке «Лезвие бритвы» можно было купить за 30-40 рублей, что в то время было достаточно дорого. Писателю приходили мешки писем от читателей и поклонников его творчества. Иван Антонович старался все прочитать и ответить на самые интересные письма. Еще в годы Великой Отечественной войны ученый создает свои первые масштабные произведения – историко-приключенческие повести с элементами фантастики, «Путешествие Бурджеда» и «На краю Айкумены». На материале Древнего Египта и Древней Греции он впервые ставит перед читателем ряд вопросов морально-этического характера, трактуя с гуманистических позиций проблемы взаимоотношений власти и общества, войны и мира, науки и религии. В пустыне Гоби в экспедиции за костями дракона у Ефремова родился замысел создать произведение о космическом будущем, о великом кольце миров Вселенной, о красивых, ненасытных в подвиге людях, подлинных человеческих отношениях и планете, превращенной ее жителями в цветущий сад. Таким произведением стал роман «Туманность Андромеды». Будущее, описанное в книге, коммунистическое, без частной собственности, рынка и профессиональных органов власти. И, быть может, сегодняшний читатель усомнится в правильности названия общества, которое показывает Ефремов – коммунистическое. В счастливом будущем, которое обязательно наступит на Земле, найдутся другие названия. Главное – совсем не в этом. О его научном литературном творчестве созданы кинофильмы и написаны диссертации. Его книги определили жизненный путь самых разных людей – от участников коммунарского движения и подвижников альтернативной педагогики до космонавта. Его произведения переведены на многие языки. Только в бывшем СССР и нынешней России издавались более 400 раз тиражом около 27 миллионов экземпляров, не считая дальнего и ближнего зарубежья. Ефремову повезло. Судить о мере его прозорливости можно будет в веке этак в 43-м, в котором и разворачиваются фабулы главных его сочинений – «Диалоги о Великом кольце», «Туманность Андромеды» и «Час быка». Если сейчас ничего не сбылось, это еще ни о чем не говорит. Ефремов не самый популярный сегодня автор именно потому, что он настойчиво зовет читателя к дальнейшей эволюции. А у нас ведь это не принято.
В 90-е годы в России возобладала твердая вера в то, что капитализм, и лучше бы самый дикий, есть высшая и последняя стадия всего. Позиции Ефремова в общем виде сводились к тому, что если человек несовершенен и движим низменными потребностями, то хоть социализм ему, хоть капитализм, он превратит его примерно в одно и то же, а именно в ад. Если же человек недовольствуется нынешним своим состоянием и верит, что в перспективе возможна антропологическая революция, его ожидает еще множество приключений и немало формаций поинтереснее капитализма. Будучи русским патриотом, Иван Антонович принимал близко к сердцу любые попытки ущемить интересы Отечества. Эта позиция четко проявляется в его переписке с издательством Агентства печати новости. Известный писатель-фантаст Анатолий Днепров, работавший в издательстве, обращается к Ефремову с просьбой дать какой-нибудь материал для зарубежья, не публиковавшийся в России. Издательство АПН обладает исключительным правом в СССР передавать за рубеж неопубликованные у нас рукописи. Оно платит авторам гонорар, а зарубежные издательства, куда рукописи перепродаются, переводят в СССР валюту. Иван Антонович дает отповедь этому предложению. На ваше предложение опубликовать в британском издательстве что-либо, до сей поры не опубликованное у нас, могу ответить только лишь отказом. Не говоря уже о том, что все мои запланированные произведения закуплены на корню. Я считаю подозрительным желание издательства «МакГиббон» обязательно издать неопубликованные у нас произведения. С коммерческой точки зрения для английского читателя совершенно безразлично, есть или нет русское издание произведения. С патриотической и моральной стороны я русский писатель и пишу на русском языке для русского народа. Все другие народы благоволят меня переводить с изданных у нас книг. Я не вижу ничего удивительного, если тот или другой журнал или редакция обратится ко мне персонально, как к знатоку того или другого вопроса, с просьбой написать для них статью, очерк или предисловие. В этом случае я напишу для английского читателя на английском языке. Но это частный случай, в целом же творчество мое пишется для моего народа. Мне представляется, что пропаганда нашей научной фантастики должна вестись именно путем переводов напечатанных по-русски произведений. Другой путь представляется мне ошибочным. В конце жизни Ефремов начал работать над романом «Чаша отравы». Основываясь на идее Вернадского о ноосфере, он планировал проследить пути отравления сознания человека и человечества всеми возможными методами. Через религию, СМИ, псевдонауку. Иван Ефремов так формулировал замысел новой книги. «Я хочу сказать о том, что надо предпринять для очищения ноосферы Земли, отравленной невежеством, ненавистью, страхом, недоверием. Показать, что надо сделать для того, чтобы уничтожить все фантомы, насилующий природу человека, ломающий его разум и волю». Именем Ивана Ефремова названа литературная премия за вклад в развитие и пропаганду фантастики. В честь Ефремова назван минерал «Ефремовит», что, возможно, связано с особым трепетным отношением Ивана Антоновича к минералам, а также с его профессиональными достижениями геолога. В его честь названа малая планета Ефремиана, «Ивантозавр», примитивный терапсид Иван Антоновича Ящер открыт и назван Петром Константиновичем Чудиновым в честь своего научного руководителя Ивана Антоновича Ефремова. В его родном поселке Вырица в его честь названа библиотека, в которой уже много лет проводят литературные ефремовские чтения. Существует клуб научной фантастики его имени. Ефремовым написано около 200 научных работ, от статей и рецензий до фундаментальных научных монографий.